Так, ну-ка. Я специально не собрал хлорофит. Ну, хотя вон тот куб можно уже весь собрать. Наверное, даже стоит. Красиво выглядит, жалко собирать просто. Ну, окей. Маленькие тарелочки. Сколько у них дэмэджа получается? 92. Будем надеяться, что они нормально будут стрелять по женщине. Может, мы Реброна сперва убьем, а потом уже женщину? Тебе не кажется, что давай. Да. Похер, все зелья возьму. Ты взял зелье? Ну, типа, kind of. Че принести? Реген, кожа, скорость? Скорость возьми. Вот скорость обязательно. Смотри, сердечко, сердечко, облачко. Это мило. Держи. Ну, вроде все, не знаю, нужны еще лампы. Я призываю. Стой. Ты что? Ты лютый, бешеный? Да охота уже реквизит не втерпешь, хочется прям, хочется. Отписывать не хочется? Мне очень-очень захотелось. Нет. Реквизит, поздно. Деремся. Драчка. Ну давай. Готов? Дук Фишрон. Такой, конечно, глистарик. Не понял. Зачем босса обзываешь? Ой-ой-ой, бля, вот это я зря сделал. Ой, я не бахнулся. Только сейчас бахнулся. Ну, пока что плавно. Первая фаза. Ну, пока на меня сагрин. А че его не бьют-то вообще, челы? Или бьют? Вроде бьют. У них friendly fire. Ой, точнее наоборот. Ой, реквизит, отстань, пошел ты в попку, попку. Ты бешеный, что ли, сумасшедший? Да капец, я как герцог Реброн. У меня уже новый саундтрек, кстати. Да, кстати, реально, я не заметил даже. А старый, по-моему, круче был. Так, все, он сейчас будет невидимый, да? Он сейчас будет мертвый. Пойдем. А, вижу. А, на него хлорофит перестал действовать. Да. Ехить. Ну, реквизит, он у него вообще не таргетится мобы даже, лол. А я сейчас сдохну. А не надо. А может убьете его, дебилы? Окей, что-то, короче, залетает, но типа так, спорно. А что мобы... Блять, призыватель ёбнутый какой-то. Ноль, блять, помощи. Вообще, ну пиздец. И как? Что мне делать? Плеткой его бить по жопе, чтобы у него она красная становилась? Красная жопа. Бабуина. Ух, реквизит, я герцог люблю. Ух, тиш. Чего нам одинаковое говно выпало? Они, кстати, не закручиваются, флайроны. Да, кстати. Отлично, кстати, подрались с Реброном. Такая тупораша выпала. Давай еще раз. Что-то он такой легкий, кстати, в этом. Наш мод хороший, мне кажется. Ну, типа. Блять, ну пиздец, ну как вообще вот? Что, блять, мне делать? Я просто как ебаный манекен какой-то. Нихуя не могу. Убил? Найс. Пиздец, вот что делать призывателю? Фаза жесткая. Что делать призывателю? Я выбил тебе пасах. И крылья, кстати, выпали. Тоже, наверное, тебя дома, они ж крутые. Ну это супер тупо на самом деле. Блин, призыватель на самом деле самый, наверное, все-таки слабый до сих пор. Че выпало? Bubble gun. И вот это тоже возьми. А крылья хорошие, чуваки? Это одни из лучших крыльев в игре. Пец край арены выпал. Нифига себе. Зачарованные. Чего? А чё они ползают? Я думал, они не могут ползать.
Эти червяки со звездой скрещенные ползали только что, прикинь. Summons a tiny fish run. Да, мне тоже выпало это говно. Ужасно выглядит, посмотри на это. Просто кошмар. Ну такой. То ли дело Destroyer, господи, какой же он крутой. 5 стрелами одновременно. О, нифига, Тидж, выпал Hallowed Key. А вот Эвентюд? Так, не забудьте, что мы будем лететь налево, да? Я помню, да. Помню. И вместе будем договариваться, когда мы разворачиваемся обратно. Давай. Спутников, дай. О нет, Тидж, мы завокапили. Страшно, почему так страшно? Давай, я призываю, и ты сразу ваншотаешь эту девочку. Да, конечно, реквизиточка. Ну, я имею в виду маленькую. А, давай. Я полетел. Я тоже. У нее только одну атаку надо тоже. Две. Рывок и вот эти bullet hell штуки. Я не знаю, дамажат они вообще, не дамажат сейчас. Когда лучи появляются по карте, по-моему, нихуя понял? Не дамажат. Не, дамажат, но не все. Они иногда телепортируются в нее. Bullet hell штуки, bullet hell штуки. Направо, направо, направо. Моя попа. Реквизиточка и Тидж. Джинкс в скобочках. Ну, вроде хоть что-то наносит получше, чем вороны, но все равно мало. Ну все, кстати, мы бы сейчас сдохли. Да. Будь это нормальный трай. Но это жестко, конечно. Такая чисто хардкорная штука для задротов. Вот какой смысл вообще так делать? Могли бы другому боссу такую фичу сделать. Потому что этот босс, ну, перед Мунлордом фактически. Ты слишком... Блин, я уже сдох. Нет, ты жив. Ну я бы сдох еще раз. А вот теперь я сдох. Затаранило? Да. Если ты развернешь сейчас налево, то в целом... Ну нет, ну ладно, окей, лети налево. Ну это похороны. Я застрял, блин, в домах НПСников. Я понял. 28 секунд, реквизит, живи. У нее 4 хп. Даже меньше. Блин, если она не будет вот так в меня таранить. Я на карту, блин, не смотрел. Фак. 15. Ну вообще, не, нихуя не делают мои саммоны, если честно. Ну просто живи хотя бы. Я живу. Одна хп! Ух, хорош, Тидж. Ху-ху. Вот как, блядь, за призыватель ее вообще убивать-то нормально? Что делать? Что? Кого? Ты налево полетел, что ли? Да, это единственный вариант, куда я мог лететь. Я понял. Моя остановочка, как говорится. Убил! Жесть! Я чуть не сдох. Ты прям вовремя. Блин, это так тупо. Я вообще ничего практически не делаю. Вообще просто ноль какого-то импакта. Просто могу жить, чтобы ты зареспаунился. Это так тупо, если честно. Что это такое? Посмотри, что мне выпало. Чё? Фонарь, а я не вижу даже за твоих крыльев. А, это фонарь? А я в руках держу. Это... Оружие? Смотри, у меня какая девочка. Вот это... Это и все? Вот это феечка мне выпала, видишь? Это оружие, фонарь? Да, это оружие, фонарь. И что он делает? Пукает вот так вот. А, и все, это маг? Да, они походу наводятся, что ли? Мне выпал лук, чувак. Да! Пух-чамп! Мяу. Надевай маску тогда. Ой, погоди, надо краску снять. Как ты... Ну не, маску не надо. Это какой-то не очень. На, лук. Ой, затроллил.
Grants Infinite Wing and Rocket Boot Flight. Increases Flight and Jump Mobility. Тебе выпало? Чё? Экспертная шмотка. Ну да. И чё, реально? Бесконечные крылья. Бесконечные ботинки. Вы когда-нибудь такое видели в своей жизни? Никогда. Блин, это жестко, кстати, но, блин, вместо чего это ставить? На Мелорде, мне кажется, это довольно хорошо будет, кстати. Ну вместо да. Вместо корабля. Только мне теперь нужны крылья тоже нормальные. Может быть, ховерборд даже лучше. Бетси. Может быть, Бетси. Блин, нельзя положить в этот визуальный слот. Реквизиточка, пошли смотреть лук скорее. Погоди, так. А это что за крылья? Тебе тоже выпали крылья? Мне еще крылья выпали с нее. Не, мне крылья не выпали. Empress Sphinx. Может тебе эти крылья дать? Can be worn in vanish slots, allow flight and slow down, hold up to boost faster. Ну-ка, что они дают? Ни хрена, ты можешь супер ускоряться. Жесть, это прикольные крылья. Ты можешь, типа, на ускорителе подняться. Если зажать вверх. Какая красота, господи. Какой же красивый лук. Покажи мне лук-то хоть. Ща. Блин, убить ее днем, это будет прям... Надо, я не знаю, прям ровная поверхность, чтобы была, чтобы не врезаться в дома, вот это вот дерьмо все. Ну да. Ну меня бесит, что я ничего не делаю вообще. Просто ноль. Ну да, да, да. Я понял тебя. Если бы было два стрелка, то да, типа. Смотри, какие крылья. Смотришь? А где ты вообще? Ух ты, лук красиво реально. Да, жесткими мечами такими стреляет. Зачаровал его уже? Ничего нет. Я уже шлем под него экипировал. Да, можно на самом деле, но там долго проходить так-то. Там не с первой попытки. У нас почти эндгеймовый лут. Ну, вообще, может быть, не в моде будет изи, я не знаю точно. Че, готовьте, Иджи. Ты левая, я правая? Да, 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 да. Здесь вот, кстати, гидра нормально зашла. Угу. А чё мы ничего не купили по посохам, или мы не можем? Как мы не можем пока, по идее. Там монетки же даются после первого проигрыша. А, у тебя как? Я вот прям инста убиваю их. Но я не инста. У меня типа дальше портала никто не может выйти. Ну, у меня тоже как бы, но я не инста. Ну, я как бы тоже не инста, я просто так, чтобы похвастаться. Блин, я же думал, ты инста, Тидж. Блин, Тидж. А? Все как бы за Васянина. Надо было поставить столик. А сейчас-то ставить уже столик нельзя. А, блин, я уже думал, ивент сломался. Да, кстати, тучку можно. Просто выходят мужики такие, хлыст прям в лицо, черт убери. Get your ass back here. Короче, этот лук для меня замена коломета, и причем замена очень сильная. Пушка, которая насквозь всех пробивает, для всяких ивентов это прям идеальное оружие. Вот была бы самонаводка, это был бы еще идеальный лук против боссов, а так хлорофит. За медальки как раз. Я просто в этот ивент один раз играл, когда его только добавили, с лунной призмой. Ну как бы я ничего не понял тогда. Ну понятно. Подлетающие опасны будут, они будут подлетать и таранить наш кристалл. А, нифига. У тебя не было огра? Не, у меня не было. У меня был. И кристалл не восстанавливается никогда? О, нифига, выпало с него, кстати, Summons Baby Ogre. Я забрал у тебя тени. Покажи, как выглядит. Вот. Такой маленький ублюдок.
Так, ну босса готов на себя брать, если что. Окей. Okay. Ну да, нет, здесь 100% проигрыш будет в любом случае, увы. Ну просто посмотреть, как далеко дойдем. А босс уже... Все, босс прилетел. Да, да. А, ну уже здесь, Тиш. Я понял, отлично. Слушай, по-моему, это... Блять, это больно. Сука, минус 280 хп. Летающие чертики бесят. Они, кстати, подыхают от этих турелей. Нормально. Ни хрена. Типа, идешь и идешь нормально, а потом вас хп нет. Да-да-да-да-да, вот у меня то же самое. Не, слушай, на самом деле все хорошо. Рили, все отлично. Нам просто ее как-то запомнить нужно. Ничего лучше по урону в сравнении с драконом. Ну, что-то не знаю. Нет, по-моему, они слабее говорили. Тогда пошли башни проходить. Ну, погнали башни проходить. Я в целом не против дракона получить. Че, убиваем? Погнали. Ой-ой-ой. Я бафнусь, наверное. Меня на самом деле твой меч, вот этот твой, точнее, лук, пугает теперь нахрен флешбеки от ее атак. Че, погоди. Вот этот. Право, лево и центральный, наверное, лучше говорить. Хотя это не то чтобы сложный босс. Чтобы так заморачиваться. Ой. Дэш спас меня. Ну это еще за атака такая. Правый. О-о-о, нормально. Прикольненько так. Чекни по карте, где находится. А, ты же не можешь карту открыть. Так, опа, мне с какой-то таблет фрагмент выпал. Ух, нифига. Вот это круто. Наши башни справа. Чок пог. Да, у меня тоже такое есть. Ну, пог же. Ну, дестройнер мне пока побольше нравится. Не знаю, прикольный. Ой. Дракончик такой. Ой. Прикольно, что щит отображается. Тут арена вообще есть, мы можем прям на ней постоять. По идее. Да. Не знаю, насколько далеко она простирается, чтобы спавнились, но вроде нормально. О, они все-таки сделали этот хп-бар, я только сейчас его заметил, кстати. Там же не хватит на фулл сет брони. Или погоди, фулл сет брони крафтится же из люминита, да, по-моему? По-моему, это да. Уже манлорное говно. То есть та броня, которая на сейчас, это эндгейм уже. Хотя я не знаю точно. Может и можно что-то скрафтить. По-моему, только оружие. Да-да-да. Манипулятор выпал или он только у меня? А, у тебя только. Сейчас поставлю. Your mind goes numb. Да пойдем выбьем, наверное. Я не буду сейчас делать, погнали. Вместе сделаем. А чё, нет? Да забей, я хочу вместе. Ну, смотри.
Новые текстуры планет? Бля, я даже не заметил, что это новые текстуры планет. Ну, вообще выглядит, да, круто. Ну, выпадает вот палка вот эта Манки Кинга, и чё она? Она тебе юзабельна? Ну, палка говно. Палка говно, без вопросов. Но меч с Бетти, лук с Бетти, оба даже лука прикольные. Я только не помню, что там на мага выпадает. У тебя сколько фрагментов выпадает? В итоге? Я еще ничего не подобрал. Эльен Ларва. Как хорошо, что ты сказал это вслух. Я ждал этого момента. Чё вообще делается? Из этого калича. Пушки-пушки. Пушки-пушки. О, нифига, здесь новые какие-то вещи из лапки лягушки-то. Является еще и материалом. Дает возможность плавать, повышает скорость прыжка и позволяет автоджампить. Increases fall resistant. А это типа... Ага. И это тоже материал. Блин, интересно, кстати, вообще-то посмотреть. Слушай, а у тебя же есть еще одна лапка лягушки? Не уверен. По-моему, я ее выкинул. Блин, жалко. Там, по-моему, потом можно сделать гир как сет ниндзя? Да? Да, что-то там такое было. Я об этом. Господи, как хорошо растет хлорофит. Рефордж. Дедли сразу пока оставлю. Так, ну-ка давайте чекнем. Что за селы вообще? Это вот такие щелы, да? И они типа такие себе, да? Или они все равно норм? Кстати, не совсем. Они довольно неплохо клеятся к врагам. Они не стреляют, а просто клеются именно. Ну, по-моему, они стреляют такой же клеткой, которая присасывается к, ну, ко врагу. Ага. Но в целом дракон, по идее, должен тебе уже все проблемы решать. Так, ну-ка, дракон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Жесть, этот лук даже с деревянными стрелами неплох. Он даже очень хорош с деревянными стрелами. Батя и его сынишка. Можно еще пигмей, конечно, засунуть куда-нибудь, но не знаю. Вместо Brain of Confusion засунуть его, что ли? Но Brain все-таки дает додж. Он реально спасал меня на этой феечке несколько раз даже. Мне кажется, сейчас мозг посильнее будет, учитывая, какие нам боссы остались. Ну да. Там хит 200 урона. Так, ну чё? Мы сейчас башни добиваем и... Хотя чё мы башни добиваем? Бля, как мы вообще будем добивать? Мы добиваем. Добиваем башни, выходим из игры, чтобы Монлорда отспавнить. Ну или можем сдохнуть от него. Ну можем сдохнуть. Посмотреть, как он работает. Попробуем, да, заодно. Какая разница, зачем его просирать прям полностью? Забыл это продать. Вообще, мне кажется, на него похожая страта, как на эту феечку будет работать, если мы будем аккуратно вот так лететь просто. И облетать его лазеры. Просто вот нужно облетать лазеры. Ну, у него, конечно, палка была бы отличной. Телепортации, но выбивать ее это дрочь тот еще. Ну, что сказать, еще разочек посремся. Мне вообще насрать. Я запишу ролик, у меня будет еще пара миллионов просмотров. Ну окей. Полное уничтожение арены реквизита. Я не против. Я уже башню ломаю.
Ты ее сломал еще, нет? Почти. Тогда сломал. Даже не пойду к тебе. Бафаемся или Тимо? Ну, ты понял. Я уже бафнулся, да. Я тоже бафаюсь. А, где мой ХП? Ну, стрелы посильнее, по-моему. Да, наверх. Как? Я не успел. Он четко к персонажу одному клеится. Да. Мне хана, походу. У меня 0 хп. Что Мунлорда, что Феечку, по-моему, в обоих случаях проще куда слово убивать. Честно говоря. Ну да, когда ты не видишь, блин. Ой, 4 стороны с лазера. Ну, у меня, кстати, меньше было, 350, по-моему.